здесь ретро насилие. Мы продолжаем играть Just Play в ретро насилие. Ну да, Quake мы продолжаем играть, вот что мы продолжаем играть. Забавно. Спасибо. А вот прекрасные места. Так. Отставь меня в покое, у меня 37 хп. Ты чё спишь, друзья твои тут ходят? Так. Кто тут говорит о насилии? Меня тут насилят полным ходом. О, жизни. Что там, что там? Не понимаю, тяжко. Так, жизни тут не вечные, как я понял. Они уменьшаются. Или кое-кто помогает, чтобы мои жизни уменьшились. Сюрприз. Ракеткой в меня, гаденыш. Этот звук сведет меня. Нет. Я выжил. Так, до свидания. Там птики, кстати, есть. А у меня 50 хп. Ах ты дрянь, ты прикинь, с потолка по мне стреляют. Так. Да, я знаю. Я все знаю. Ну, мувмент тут прекрасен, но я просто кривой. Все нормально. Привет, сынок. Скотина. Я сохранился, конечно, не тут. Тварина мерзкая. Да блять! Я только жизни собрал. Сука. Тварь мерзкая. Не надо по факелу бежать. Надо запрыгнуть сюда, на забор. Ха-ха-хай! 50 хп мне дают, и дамажит половина жизни, блин, эта тварь. Ну, то есть два раза по мне попали, и у меня жизни нет. Факел, он что-то сзади еще тусит. Задрал. Патрончики.
Я так понял, мне нужно открыть дверку с той стороны. Покряхти мне еще тут. Жизни лежат в запас, хорошо. Экономить ракеты. Здесь сейчас эти дебилы появятся, и потом хрен выживем с ними. Сука, я только полечился. Откуда ты вылез, негодяй? Еще одна есть аптека. Я здесь не дошел. Три хп. Отлично, иди. Сук. Кряхти мне тут еще, гаденыш. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-р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 у
сказать, сделано. Хорошая идея, но плохая реализация. Да ладно, короче, я понял. Выйди в окошко, дам тебе горошка. Ты не говорил, что нельзя назад. Гвозди? Гаденыш мелкий, жизнь потрепал. Что меня убило? Херня. Сука. Аптека, ночная дискотека. Золотой ключик. А ради чего я взял серебряный? Дверь открыть. Так я ее открыл, она меня подвезла. И где мне его брать? Так-то я уже сделал все, что здесь надо было. Вот
подозреваю. Вниз. Тут есть два хода, может быть, сюда я еще не ходил. Да, я не дошел сюда. Слышите пердящие голоса? Вот сюда мне надо. Доманул меня, гаденыш. Сам себя с ракетницы надо идти. С ракетницей проще. Свои гранаты. Наверное, мы возьмем вот эту штуку. Сразу мне дома прилетел, да? Да ты задрал, тварь мохнатый. Гранаты свои кидает тут.
тварина мерзкая. Да блять, ебучий молномет, ненавижу их в этой игре. Мохнатый пидор. Ты задрал свои молнии, ссаный уже. Сколько можно, тварина мерзкая. Прям бесишь, нахер. Верни меня обратно. Я не доделал. Там, возможно, было что-то полезное. Сук. Конченый урод мохнатый. Творишь? Я не сохранился. Ну, блядь. Обожаю тебя, блин. Ублюдок, самый мозгоклюй. Ах, пизда тебя, короче. Какая-то деревянная херня. Сука. Ставила нормальную. Так, блядь. Что творится? Что творится? Мерзкая лисица, летающая тварь. Дай сюда. Сука!
Задрал, блин, я же дошел туда, блин. Я просто не сохранился. Что эти два идиота встретили меня. Я бы без дамага бы не ушел. Я же уже это сделал, я знаю, кто там сидит. Какого хрена я не могу просто атаковать нормально? Не попадаю, блин, на эту кнопку. Ты не видишь, как я их убиваю, ты потом рот открываешь. Я ж тебе, брошь тебе цену. Взял за уже это говно, но какого хрена? Не двигается как надо, двигайся как надо. В ногах правды нет, надо двигаться, чтобы ноги охренели. Чего ступеньки терпеть не могу, убиваешься мне каждый раз. Хочет меня в портал загнать обратно. Блять, я застрял. Сука, ненавижу этих молниеносных парней. Как же эти шамблеры меня бесят. Началось, нормально же общались. Ебище. Да сколько можно нахер? Ненавижу вас за этот уровень. Твари бездушные. Ладно. Это, по-моему, болезненный уровень. Надо сохраниться.
Всем спасибо. До новых встреч.